В преддверии Дня защитника Отечества общественники и представители администрации Химок почтили память героев, провели торжественный митинг. Сегодня мы возложили цветы к памятнику отстоявшему отчизну в ознаменование их мужественности, подвигов, смелости на рубежах нашей Родины. Почтили память всех защитников, героев нашего Отечества, нашей Родины. У нас есть защита, мы всегда на передовой. Всегда на защите нашей страны. По словам общественников, большое внимание сейчас уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В мероприятии приняли участие воспитанники кадетского корпуса. Главной задачей мероприятия были чествования ветеранов МВД. Вторая задача, не менее важная, это преемственность поколений, просвещение молодежи, воспитание патриотизма. И сегодня как раз памятные подарки ветеранам МВД вручали наши кадеты. Сейчас общественники думают над тем, как сделать кадетское образование для детей еще доступнее. Например, работают с военно-патриотическим объединением «Сова». Налажим взаимодействие с кадетским корпусом, да, сходни у нас находится. Мы налажим взаимодействие с «Совой», там замечательная военная подготовка. Мы хотим это все сделать во всем городском округе Химки. По словам общественников, в разных микрорайонах округа будет свое подразделение «Совы», чтобы юные химчане при желании легко могли пройти военную подготовку и получить профильное образование.